Итак, дорогие друзья, здравствуйте. В гостях у Александра Сергеевича Пушкина. Привет ему надо передать. А мы это и сделаем сейчас. Ас Пушкин. Дорогие друзья, давно я хотел сюда прийти. Очень часто проходишь мимо, не заходишь. Сейчас мы у него в гостях. Очень много туристов. Поэтому а что там у него? Голод? Голод, мать его, яйца. Ну пусть он там сидит, пока он не мешает. Там у нас дальше за ним русский музей, дорогие друзья. Русский музей. Мы сейчас туда не пойдем. Потому что уже ноги стопчены. Да, да. Как будто голубя скинуть так. Ёкарный, давай. Рука у него, это левая получается, правая. Правая рука, тоже для голубей. Что-то просит. Вот так, дорогие друзья, сидим на пасмурно. Болтают тут кругом, да. Опа, еще один. Это ближе к руке. А есть то, что ты должен почувствовать. Один на башке, другой на руке. А с Пушкин. Насколько все разные учителя, потому что они учили. А дети не учили. Мой дядя самый честный правил, когда они за него куда важности заставили больше выдумать. Сидеть, говорит, и думать, блин, про себя, когда же черт возьмет тебя, ну надо так написать. А с Пушкиным, ну ты вообще. Ну, русский музей можем сходить? Сейчас мы его покажем, он у нас. Он у нас дальше там, вон он. Главное, я не понимаю, ведь не всем нужно измораться в лошадь. Ну, посередине Пушкина поставь. Во! Молодец. Иностранцы, конечно, могут ходить. Когда-то мы сюда ходили, когда съемки были, танцы, танцы со звездами. Да уже прилично пошло. Так, уже три сидят. Один на плече. Один на башке. Блин, облюбовали это место. Чик-чик. Вы это видите, нет, дорогие друзья, может приблизить? Сейчас приблизить. Приближаем, мы не видим. Блин. Ладно, закончим пока, друзья.